9-й юбилейный. После двухлетнего перерыва молодежь снова на ритме. Место тоже. Территория детского оздоровительного лагеря «Березовая роща». Неделя активности для 400 самых креативных и талантливых парней и девушек. География участников широкая. Большинство мечей плюс молодежь из других регионов России, а также Кыргызстана и Казахстана. На старте форума зарядились позитивом, вдохновила на новые свершения, напомнила о том, что нужно мечтать и идти к своей цели, не сворачивая с пути. Специальный гость форума – артистка лейбла Black Star Анна Цай. Что бы ни случилось, помните, что все делается к лучшему, все делается для вас, и мечтайте. Отвечала на вопросы, а вечером устроила для молодежи настоящее шоу. Пообщались, поболтали, безумно приятные ребята, такое чувство, что мы просто давно знакомы. Мир настолько прекрасен, настолько крутая эта жизнь, и хочется, чтобы каждый из ребят сам разжигал внутри себя вот это счастье. Не ты же красивая, станешь без него счастливая, не беги. Сегодня у нас новый виток. Мы начинаем, заканчиваем это десятилетие, начинаем следующее десятилетие ритма. Мы любим ритм, мы будем с ритмом. Ну и, конечно, я хочу всем пожелать здоровья, мира, счастья, добра и любви. С праздником! С раннего утра вторника в Березовой роще в бурном ритме закипела образовательная жизнь. 12 команд работали по 5 направлениям – добро, профи, креатив и дебютанты форума «Ритм международный» и «Ритм IT». Старт получился. Насколько он мощный, я думаю, это надо спросить у участников. Но я думаю, участники остались довольны после награждения, так вообще. А спикеры остались тоже довольны, сказали, что будем работать и дальше. Поэтому можно считать успешным направление. Ребята оказались действительно очень интересны, потому что это собрались активисты. Было прикольно видеть, когда мы, например, на обеденном перерыве могли расстелить пледы, сесть и общаться, пить чай, когда все остальные направления говорили: «О, нам хочется в международку», или когда у нас проходило занятие в юрте. За 7 дней прослушали десятки часов лекций, не меньше исписали страниц, посетили более 50 мастер-классов, познакомились с сотней спикеров. Я очень горжусь тем, что у нас в Омской области такой проект проводится, который дает ребятам возможность познакомиться, поделиться своими лучшими практиками и, более того, выиграть финансирование на реализацию своих собственных проектов и своих инициатив. С участниками международного направления встретились региональные представители Генерального консульства Казахстана и МИДа России. Ребята из IT стали участниками практикума на кухне веб-приложений от Сбера. В рамках битвы кейсов от Ассоциации волонтерских центров на площадке «Ритм Добро» научились выходить из непредвиденных ситуаций, работать со СМИ, вести социальные сети, и это только малая часть образовательной программы «Ритма». Очень много было интересного, очень много классных знакомств, самое главное, нужных знакомств. Очень много было классных спикеров, которые реально прям зарядили, вдохновили на будущую работу. И инноваций просто в голове море теперь. Мероприятий было очень много, очень насыщенно. Я не первый раз на ритме, и в этот раз молодцы, что организовали столь крупный такой проект. По
посетил все 5 образовательных площадок, пообщался с руководителями направлений, ответил на вопросы участников форума, провел совместное заседание молодежного правительства области и молодежной палаты депутатов ЗАГС Собрания в непринужденной обстановке губернатор Омской области Александр Бурков. Наш Омский форум «Ритм» живет в ритме, и он действительно меняется, постоянно появляются новые направления, новые идеи. Посмотрите, ребята предлагают сотрудничество в разных сферах, в театральной сфере, в сфере там не только искусства, в сфере культуры, в сфере спорта. Что меня удивило, они сегодня говорят о политической составляющей взаимоотношений между нашими государствами. В рамках встречи был решен ряд важных вопросов, рассмотрено несколько проектов и предложений. Впервые в рамках юбилейного ритма все желающие могли принять участие во всероссийском конкурсе проектов от Росмолодежи. Презентовать свои идеи вызвались 87 участников по 15 направлениям. Поддержали и рекомендовали к финансированию 9 самых актуальных, важных и нужных проектов. Все такое очень мощное, энергетически доброе и искреннее. Ребята все очень зажигательные, не безразличные, что немаловажно. И, конечно, готовы к коллаборационным проектам, готовы к сотрудничеству. Я думаю, что после этого форума у нас много интересных проектов стартует, и ритм, безусловно, зажег новые звездочки. Проект у нас называется «Твой спорт. Тренируйся, борись, побеждай». Он направлен на привлечение детей сельской местности к занятиям единоборством. Еще добавить детская лига борьбы будет 5 турниров и 4 предварительных турнира. И 5-й турнир будет борьба за пояса, где будет уже рейтинг детей. Проект, на который мы выиграли грант, называется «Студия театра кукол, сказки и сундука». Основная суть проекта – это организация спектаклей по мотивам сказок народов России и организация выездных мероприятий в 5 муниципальных районов Омской области. Мы с командой хотим создать центр для развития у детей компетенции в инженерных технологиях, в IT-индустрии. Те как раз компетенции, которые сегодня нужны. «Ритм» – не только образовательная, но и развлекательная площадка. За неделю ребята провели соревнования по волейболу, приняли участие в патриотическом марафоне «За Россию», провели настоящую этно-ярмарку и итоговый творческий перформанс. А в день закрытия фестиваля пели караоке. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Я хочу приехать, два сердечка на брелке. Я хочу поздравить вас всех, участников форума «Ритм», потому что вы все уже победители. Вы здесь самые замечательные, самые лучшие, самые интеллигентные, самые образованные. Мечтайте, развивайтесь и идите туда.